Всем привет! Вчера мы готовили щуку в кляре. Моим детям очень понравилось. И сегодня они говорят: «Мама, приготовь еще». Я говорю: «Нету щуки». Они говорят: 5 минут, и щука вот она. Нет щуки, сейчас будет. Мама, мы хотим таких в кляре кусочки филе щуки. Очень вкусно. Вот щука, вот она еще живая. Вот, если вы видите, она еще открывает рот. Одна и вторая. Мне так не хотелось это делать сегодня, но придется. Всем спасибо за просмотр. Ставь палец вверх и подписывайся на мой канал.